Привет! Мы пошли стричься вот сюда. Да. Чоп-чоп. Чоп-чоп. Громче скажи, нам не слышно. Чоп-чоп. Да. Он такой грязный, что... Не грязный. Не грязный, что ли? Лицо у него грязное. По-мужски. Детеныша отмыл. Что-то вы немножко лохматые. Может вас подстричь? О, папа уложил еще. Вот так вот надо сделать. Че, все плохо, Каян? Чешется? Чешется? Да. 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 Покороче, сзади, спокойно. Средка, я не знаю. Тихо, тихо. До этого как-то больно красиво подстригли, ему сказали, что он помолодел даже. Да, Тём? Угу. Сказал, что... Женщина молодые, молодые женщины. Стал выглядеть моложе. А сделайте-ка вы ему вот тут залысину, здесь, вот тут можно сделать, пожалуйста, залысину. Чтоб девушки молодые больше не говорили. Ну ничего, в принципе, я сама могу ножницами подровнять ночью. Ну, тебе как было? А? Как было? Какой же ты хорошенький, ты такой у меня красавчик, а тут вообще скромная такая, а, борода чешется. Борода чешется, да. Ну, покажитесь. Ой, как тебе дядя подстриг красиво, да. Понравилось? Да. Да, спасибо, скажешь? Папу, смотри, папу тоже подстригли красиво. Да. И по ушам досталось, да? Двое из вас одинаковых с лица.